Это чудо. У меня дома божья коровка. За окном практически зима. Сегодня 2 октября, а у меня дома божья коровка. Вот. Вот так вот. Такая вот у меня красота дома. И огурцы цветут. Чем не чудо? Мы сами творим чудо. Я посадила всего лишь эти огурцы. А божьи коровки, я не знаю, налетели домой на лоджию, а потом перенесла. И вот видите. И огурчики растут у меня. Так что садите, выращивайте. Дома тоже можно выращивать. Еще и помидорки вон цветут тоже. Есть где-то маленькие помидорки у меня. Вот, например. Видите? Чем не чудо? Или вот помидорка. Вот. Так что такая красота. Она, наверное, спать уже хочет. Божья коровка, ну пусть спит у меня дома. Дома у меня тепло. Отопление есть. Так что так. Так что так. С вами была Дора Люкс. Всем пока. Так что красота. С божьей коровкой я сфотографируюсь. Маленькая моя, хорошая. Всем пока. Вот дома у меня какая красота. И огурцы растут. И божья коровка. И помидорки. Так что так. Всем пока. С вами была Дора Люкс и дом, из дома моего.